Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Нещодавно цими днями в Миколаєві стартував проєкт «Team Europe». Експерти щойно створеної миколаївської програми, миколаївської команди, будуть координувати реалізацію проєкту в нашій області та допомагати представникам малого та середнього бізнесу адаптувати свою діяльність під європейські стандарти. Тож, наскільки корисною буде діяльність нової миколаївської команди Team Europe Миколаїв для підприємців та чи стане ближчим миколаївський бізнес до Європи, про це сьогодні розкажуть наші гості. Артем Ващеленко, лідер команди Team Europe Миколаїв, виконавчий директор Центру підтримки бізнесу, та Сергій Стужук, член команди Team Europe Миколаїв, президент Міжнародного дослідницького університету. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас виникнуть запитання до наших гостей, телефонуйте за номером 47 7472. І для початку я пропоную і глядачам, і нашим гостям подивитися невеликий відеоматеріал від наших колег про презентацію проєкту взагалі і про команду. Прошу. Team Europe – це проєкт Євросоюзу, який має на меті надавати інформацію щодо можливостей євроінтеграції. Миколаїв став п'ятим містом України, що долучився до цієї співпраці. В кожному регіоні організатори програми залучають команду експертів. Про це розповів співробітник представництва ЄС в Україні під час засідання круглого столу. Зараз ми спільно з місцевими експертами в Миколаєві создаем команду экспертов Team Europe, которая, в принципе, поможет для города и для бизнеса города, для громадных организаций, для университетов, в принципе. Основна задача експертів – допомагати в адаптації підприємницької діяльності місцевих бізнесменів до європейських стандартів. Для нас, як для членов команды Team Europe, ну, ключевая мотивация в том, чтобы сделать Николаев, Николаевскую область ближе к Европе, дать возможность большему количеству европейских партнеров работать с Николаевом. Окрім підприємців, у засіданні взяли участь співробітники банківської сфери, представники громадських організацій тощо. Данное мероприятие, к сожалению, их как раз вот и не хватает, я думаю, в Николаеве. Они очень эффективны. У миколаївській команді із 9 експертів кожен має свою профільну орієнтацію – від сфери безпеки підприємництва до міжнародного інвестиційного менеджменту. Шляхи вдосконалення бізнес-проєктів планують обговорювати під час подальших засідань. Олександр Гордієнко, Артем Блібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, логічне запитання – що таке Team Europe і взагалі який головний меседж цього проєкту? Ну, в первую очередь нужно сказать, что Team Europe – это цель, в целом инициатива представительства Европейского Союза в Украине, направленная на то, чтобы выстроить такую постоянную стабильную коммуникацию между регионами Украины и непосредственно партнерами в Европейском Союзе, партнерами в представительстве Европейского Союза в Киеве. Ну, не секрет, что очень часто многие инициативы, очень многие проекты, многие проблемные вопросы обговариваются, ну, только на уровне Киева, а мы с вами фактически не участвуем в этом. Так. И ну, мы же понимаем, что Николаев в силу своих исторических традиций, как длительное время закрытый город, очень часто вот такой вот информационный голод все равно остается неутоленным. Поэтому мы вот с коллегами приняли решение, что учитывая, что европейский вектор для нас – это очевидный путь для Украины, мы посчитали необходимым все-таки формировать вот такой вот постоянно действующий диалог и вышли с инициативой, чтобы Team Europe заработал в Николаеве. Тобто можна сказати, що саме ви ініціювали, щоб Миколаїв став п'ятим містом в усьому цьому проєкті, всеукраїнському? Ну, безусловно, ми відчуваємо потребність і практично в повседневній роботі участвуємо в цілому ряді міжнародних проєктів, європейських проєктів. Ми бачимо ось цей інформаційний розрив, тому, ну, скажімо так, ось такий відповідь на запроси суспільства, на запроси бізнесу, запроси громадських організацій, вузів, молодих людей, учреждень культури. Мы хотим все-таки, чтобы информация, которая есть, те возможности, которые сегодня открыты для Украины в рамках соглашения об ассоциации, чтобы наша община могла ими пользоваться в полном объеме. А для этого необходима информация. Вас 9.
Взагалі, як ви обралися експерти, де їх знаходили, як ви зібрали цю команду? Ну, в первую очередь, речь идет о том, что все коллеги, которые являются членами команды Team Europe, имеют в первую очередь определенный опыт международного сотрудничества, имеют опыт работы с европейскими организациями, проектами и имеют безупречную деловую и личную репутацию. Поэтому в команде Team Europe, ну, например, вот Сергей Стужук, я рад, что у нас есть возможность привлечь в команду Team Europe специалиста, который, скажем так, в Николаеве, в Украине очень хорошо известен, человек, который отлично разбирается в вопросах безопасности бизнеса, в вопросах построения эффективных коммуникаций. Поэтому Сергей, Анна Белявская, человек, длительное время участвовавший в реализации проекта, совместного проекта Организации Объединенных Наций и Европейского Союза, проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Это большой долгосрочная инициатива, которая помогла десяткам, скажем так, молодых объединений, гражданских объединений на территории районов Николаевской области получить финансирование для своих проектов, сформировать определенные основы как для ведения бизнеса, так и для развития общин в целом. Потому что речь шла и о реализации проектов в сфере ремонта школ, внедрения энергосберегающих европейских технологий. Поэтому Анна Алексеевна Белявская. Олеся Братусь, человек, длительное время представляющий в Николаевской области большую программу профессиональных обменов, программа Fit for Partnership with Germany. Это программа, благодаря которой предприниматели Николаевской области имеют возможность побывать в Германии, непосредственно поработать на немецких предприятиях как стажеры, выстроить эффективные деловые... Побачити, як там все. Конечно, прямо изнутри, работая непосредственно с собственниками успешных европейских предприятий. Владимир Евсеев, я думаю, тоже человек, не нуждающийся в отдельной презентации в Николаеве, опытнейший финансист, специалист в инновационном бизнесе, человек, который очень много сделал для развития малого и среднего бизнеса в Николаеве, участник целого ряда европейских проектов. Значит, Ольга Раку, молодой, активный лидер николаевской молодежи, также участник целого ряда европейских проектов, опытный организатор мероприятий. Анна Никулина, ваш коллега, которую мы тоже все, я думаю, очень хорошо николаевцы знают. Человек, который на сегодняшний день ведет такой тоже проект, как кризисный медиа-центр в городе Николаеве. Человек опытный в организации коммуникаций. Виктор Сиколенко, молодой человек, но уже с опытом работы с экологическими проектами Европейского Союза, человек, активно продвигающий ценности, связанные с необходимостью постоянного совершенствования в сфере образования, неформального образования взрослых. Поэтому, вот такая разность. Наталья Ващеленко, тоже длительное время работавшая в нескольких проектах Европейского Союза, начиная с целого ряда программ, проектов ТАСИС, сегодня возглавляет программу, которая реализовывает программы микрокредитования на юге Украины для начинающих предпринимателей. Поэтому вот такой вот разносторонний спектр специалистов. 9 людей и совсем разные напрямки работы. До речи, Сергей, я хотела звернутися до вас. Ви, як чи не єдиний в Миколаєві, і, можливо, навіть в Україні, один з небагатьох, хто займається безпекою підприємницької діяльності. Взагалі, що найголовніше, який ви меседж вкладали в це все, і чому ви вирішили брати участь, долучитися до цієї команди, стати її частиною? Вы знаете, вопрос ваш очень актуальный, и я бы хотел бы сказать, что проблема в том, что сегодняшний бизнес в Украине это испытывает большие проблемы. Чтобы вообще сама предпринимательская деятельность по определению – это деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск. Но эти риски в Украине в 3-4 раза больше, чем где бы то ни было. Даже не берем Евросоюз. Однако, хотелось бы отметить, что выбрать нужное направление деятельности,
успешно запустить. И получить шансы на успешную деятельность не так легко. Но когда вдруг люди достигают этого, когда у тебя хороший продукт, товар, услуга, инфобизнес не играют роли. Как только ты становишься на ноги, сразу же ты становишься мишенью людей, которым интересует твой бизнес. Успешного бизнеса не так много, а акул, которые хотят его взять, очень много. Конкуренты используют очень серьезные инструменты завладения. Это и государственный аппарат в первую очередь, силовые структуры, просто какие-либо тетушки, классные юристы, в кавычках, черные, и много-много грязных методов. Каким образом бизнесу бороться с этим? К сожалению, как вы уже услышали, что сами государственные структуры, которые должны были бы бороться с этими вопросами, они иногда являются инструментом захвата. Рейдерских захватов, здесь, я вам скажу цифру, которая просто шокирует Европу до сих пор. 90% рейдерских захватов, точнее попыток рейдерских захватов, они успешные. То есть из 100 попыток 90 предприятия захвачены. Все, и они не возвращаются тем людям, у кого они были до этого. И эти цифры на данный час я в сейчас вам говорю словами заместителя министра юстиции Украины. Эта статистика есть, любой может человек ее увидеть. Это ужасающая статистика. Поэтому любой предприниматель сегодня знает, что безопасность сегодня находится только в его руках. Он знает, что если ты может опираться на свою службу безопасности, на другие инструменты, в том числе на экспертов, которые могут помочь, сказать, каким образом выстроить. Потому что если люди в масках идут к вам, ваше предприятие уже захвачено. Оно же по документам давным-давно уже принадлежит тем людям, которые к вам идут. Поэтому система безопасности, не только рейдерских захватов же вопрос, она должна выстраиваться планомерно, четко и правильно. Особенно в нашей стране с вами. Сегодня реалии таковы. И наша команда, мы не только я, но и многие специалисты, эксперты позволяют на каждом этапе правильно выстроить, на что обратить внимание, подготовиться гораздо легче, чем потом реанимировать или возвращать предприятие в нужное русло. Вы знаете, и очень часто, скажем так, объектами захвата становятся и предприятия с иностранным капиталом, и предприятия, в которых учредителями и партнерами являются европейские предприниматели. И это, ну, не то, что вызывает обеспокоенность. Фактически это очень негативно влияет на имидж Украины в целом и в Миколаївщини, Европе, зокрема. И Николаївщини в том числе. Поэтому одна из задач, которую мы перед собой ставим, это в первую очередь продвижение города Николаева и Николаевской области как территории, все-таки благоприятной для ведения бизнеса. Мы стараемся привести в Николаев как можно больше эффективных инструментов, которые позволяли бы сделать условия для ведения бизнеса, для начала своего дела, для существования предприятий во время всего жизненного цикла более комфортными, менее затратными, соответственно, предприятию быть более эффективным, конкурентоспособным, формировать новые рабочие места, давать работу николаевцам, наполнять бюджет. Поэтому вот аспект поддержки бизнеса это не весь спектр еще инструментов, которые мы пользуемся в рамках UFO Business, но один из самых важных. Я перепрошую, в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі? Доброго вечора. У мене вопросик к господину Василенко. Не можете ли вы сопоставить то, что вы говорите, с отношением к нашей городской областной телекомпании «Николаев»? У меня такое впечатление, что ее тоже кто-то рейзерски захватил. И усекли все ее хорошие передачи, все традиции. Что с ним произошло, с этим предприятием? Это же предприятие «Николаевское телевидение» областное. Я с грустью уже вспоминаю те времена, когда оно было действительно независимым. И было интересно его смотреть. Были, да, слабенькие передачи. Это понятно. Я не говорю об этом, что они талант. Но они работали. А сейчас это похоже на тень. Спасибо. Я жду ответа. Дякуємо. Смотрите, в первую очередь я точно так же, как и вы, как любой горожанин, заинтересован в том, чтобы в Николаеве, в Николаевской области
было как можно больше возможностей для средств массовой информации, чтобы каждый горожанин мог получить много информации, информацию объективную, компетентную. Поэтому вот в том контексте, о котором говорим мы, по то, что связано с вопросами европейской интеграции, внедрение европейских ценностей, безусловно, свобода прессы – это ключевая ценность, которая, ну, наверное, здоровым, нельзя назвать здоровым то общество, где нет свободы прессы, где нет возможности открыто высказать свое мнение, где у журналиста нет возможности показать объективно картину в целом. Поэтому мне сложно комментировать физическое состояние прав собственности вокруг областной телерадиокомпании, потому что, вы знаете, сейчас идет реформирование, формируется общественное телевидение. Вот, поэтому здесь скорее вопрос к тому, хорошо ли в целом эта реформа идет в Украине, все ли получается у вновь формируемой общественного телевидения. Поэтому, знаете, можно быть постоянно настроенным критически. Я попробую все-таки пожелать коллегам, находящимся здесь в студии, и тем, кто сегодня работает за камерами, здесь в аппаратных, хотелось бы, чтобы у вас была возможность работать стабильно, чтобы была возможность выходить в эфир, чтобы была возможность наполнять интересным контентом передачи. И воспользуюсь как раз вот этой возможностью. Одна из задач нас, как команды Team Europe, это приносить в Николаев, в том числе и свежие новости о процессах, происходящих в Европейском Союзе, о том, что связывает и может связывать Николаев с Европой, о тех инструментах, в том числе донорской поддержки, которые открываются для Украины, для украинских журналистов, в том числе в рамках евроинтеграции. Поэтому мы хотели бы передать вам вот комплект свежих материалов, включая вот информационное пособие для журналистов, подготовленное экспертами Европейского Союза. То есть я хотел бы, чтобы эти материалы тоже были в вашем распоряжении, чтобы вы могли их использовать для подготовки более интересных материалов, познавательных, нужных для жителей Николаева. Дякуємо вам. Разрешите ремарочку, потому что я так понимаю, что, возможно, вопрос был больше как раз по моей тематике. Да? Можливо, дуже можливо. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что это одна из разновидностей таких вопросов, когда человек сам задает себе и дает ответ. Есть ли рейдерский захват? Есть. Были ли передачи сейчас лучше? Стали ли сейчас передачи лучше? Нет, стали хуже. То есть был вопрос, был дан ответ. То есть как бы это можно сказать, что это был не вопрос, это было мнение. Да? А если уже действительно отвечать на как бы, вопрос такого, то нужно перед тем, как на него ответить, нужно ответить на некоторые другие вопросы. Что считать лучшим? На мой взгляд, я скажу, выражу свое мнение. Мне передачи сейчас нравятся больше. Я не навязываю свое мнение, но реально я вижу контент и не просто информацию, но и оболочку, которая реально современная. В последнее время я увидел передачи, когда с этими замечательными антуражем, то я думаю, это наш канал или это какой-то общеукраинский где-то в Киеве. Я не ожидал, мне лично это очень приятно. У меня гордость такая, что у нас такое есть. Дякую. Вот, я удивлен был, откуда у нас взялось это все. Во-вторых, говорить о том, что в прошлом было лучше, когда в прошлом? Год назад или 10 лет назад? Либо это 20 лет назад? Знаете, есть такое мнение у людей, особенно раньше, особенно когда это была молодость, все было лучше. Солнышко светило лучше, травка была зеленее, и люди были добрее. Сейчас все плохо. Я хочу призвать людей, чтобы они смотрели все-таки в будущее с позитивом, с тем, что нужно что-то изменить, чтобы стало лучше. И что ты лично можешь сделать для этого? И если, друзья, у вас есть идеи, если у вас есть пожелания, в том числе у телезрителя, который беспокоится, и у него, мы его мнение тоже учитываем, как улучшить? Критиковать очередь большая. Сказать, что лучше, поучаствовать в этом нет. И если у вас действительно есть моменты, если вы действительно хотите это сделать, то для этого и есть Team Europe. Обращайтесь, мы учтем любое мнение.
в том числі по поводу улучшення телевидения. І, до речі, шановні глядачі, в нас є в соцмережі Facebook, в нас є офіційна сторінка «Тема Дня Миколаїв», де ви можете написати, прокоментувати будь-яку з наших передач, чи, можливо, внести якісь доповнення і ваші пропозиції щодо покращення наших передач. Так що дякуємо. І, крім того, опять-таки, уже пользуясь той дополнительной информацией, которую мы располагаем, тем, кто заинтересован, и это не обязательно могут быть профессиональные журналисты, работающие на телеканале, если есть там творческие группы, есть просто отдельные авторы, которые хотели бы создавать в том числе и видеопродукт, возможно, какие-то авторские передачи, в рамках сотрудничества с Европейским Союзом есть такая программа, которая называется «Креативная Европа», в рамках которой можно получить финансирование на реализацию очень разных арт-проектов, в том числе и в связанных с производством видеоматериалов, фильмов, передач, видеоисследований, то есть всего того, что может сделать наше телевидение интереснее, смотрибельнее, если можно так выразиться, да, и, скажем так, наполненнее. Поэтому достаточно иметь эту идею, подготовиться, обратиться в программу «Креативная Европа», и есть хороший шанс, что будет получено финансирование, и такой проект будет реализован. В нас есть еще один телефонный звонок. Доброго вечера, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, я бы хотела сказать обратное, в противовес тому товарищу, который только что звонил. Это явно, наверное, бывший сотрудник вашей этой радиотелекомпании. И поэтому он так как-то рьяно набрасывается на молодых, перспективных, очень одаренных журналистов. Я хочу сказать, что они очень молоды, у них много творческого вдохновения и закалки. Поэтому им здоровье, благополучие и творческих натхнень, я кажу по-украински. Дерзайте вперед, молодые люди, вперед, не оглядываясь на прошлое, которое было давным-давно. Всего вам доброго. Дякуємо. Море компліментів на нашу адресу. Ви розказали про програму для журналістів. А взагалі, які європейські міжнародні програми існують для, повертаючись до теми, для підприємців Миколаївщини і взагалі України? Ну, скажем так, спектр инструментов, которые есть для поддержки малого и среднего бизнеса, он очень большой. Фактически философия, идеология, если хотите, развития экономики в Европе, ну, давно признана, что малый и средний бизнес – это основа стабильного общества, основа стабильной региональной экономики, поэтому инструментов очень много. Самая большая и самая, наверное, мощная программа, которая сегодня после подписания соглашения об ассоциации, а также после ратификации нашим парламентом в прошлом году, это программа COSME. Это глобальная инициатива, которая действует по всей Европе, распространяется в том числе и на Украину, на страны партнерства. Значит, после подписания нами порядка 900 миллионов евро доступны сегодня для проектов в сфере развития предпринимательства. Это проекты, авторами проектов могут выступать и вузы, объединения предпринимателей, ассоциации, кластеры, отдельные предприятия, органы местного самоуправления, органы власти для реализации различных инициатив, которые могут помочь малому и среднему бизнесу развиваться. Это один инструмент. Для того, чтобы, скажем так, инновационные предприятия, предприятия, которые каким-то образом заинтересованы, с одной стороны, внедрить у себя на производстве, в индустрии сервиса новые технологии, либо сами являются авторами, носителями новых технологий. Есть программа «Горизонт 2020». Это программа, позволяющая получить несколько даже траншей от первого стартового для разработки опытного образца, для подготовки к презентации того продукта или услуги, которые разрабатываются, до в дальнейшем достаточно крупных сумм, нескольких миллионов евро, для выхода на глобальные рынки. То есть это еще один инструмент. До речі, щодо проєктів взагалі. Пане Сергію, ваша одна з спеціалізацій якраз таки, як презентувати проєкт. Чи вміють наші підприємці презентувати свій продукт чи свій проєкт?
взагалі є такі навички в наших підприємців, миколаївських підприємців? Если бы нужно было... Вообще-то вопрос очень актуальный, на самом деле. Если бы нужно было бы ответить просто да или нет, я сказал бы, да, есть. Но если посчитать в процентах, это очень-очень маленький процент. У нас до сих пор есть убежденность еще, наверное, закалки еще с прошлого века, а еще, скорее всего, с Советского Союза, что важно, насколько у тебя хороший товар, услуга, и больше ничего не нужно. Люди сами найдутся. На самом деле, особенно если мы идем в Европу, качественного товара там много. Причем товары и услуги в Европу идут не только из Европы. И чтобы быть конкурентным, чтобы получить конкурентное преимущество, нужно уметь презентовать свой товар, презентовать себя, свою страну, свое предприятие. Особенно если у тебя новый проект. И сейчас просыпаются люди в этом направлении. Нарешті. Конечно, да. Уже, к сожалению... Западная Украина, центральные города, куда ходит Интерсити, они проснулись раньше. И мы надо Может, догонять. Интерсити посприяв. Прошу прощения, смотрите, это играет большой роль. То есть проектный менеджмент сегодня играет огромную роль. Поэтому реально люди поворачиваются лицом. Я обращаюсь сейчас к нашим предпринимателям. Надо работать над этим. Нужно, у нас есть хороший товар, у нас есть перспективные люди, у нас есть отличные идеи, но этого недостаточно. Я часто показываю пример Стива Джобса. Избитый пример. Стив Джобс не гений IT-технологий. Он даже не супермен. Он просто хороший айтишник. Гением был Стив Возняк, которого мы не знаем. А Стив Джобс это был суперпрезентатор. Он гений презентации. Он классно готовился, классно это делал. Именно поэтому айфоны сегодня являются главным эталоном. Когда я работаю с молодежью, спрашиваю, что доказательство любви. Они уже говорят сегодня, не дети, и не цветы, и не любовь, а айфон доказательство подарунок. Любви. Да, вот такая у нас креативная молодежь. Поэтому хочу сказать, что надо об этом думать. Это не сложно на самом деле. Главное задаться целью. Увидеть, что нужно сделать шаги, и все. На самом деле это очень несложно. И Team Europe работает в этом направлении. Достаточно просто обратиться, мы все организуем и все сделаем. В нас залишилось буквально 2 хвилини, тому останнє запитання. Наскільки, на вашу особисту думку, взагалі така ініціатива ЄС, як Team Europe, посприяє покращенню життя і розвитку Миколаєва і Миколаївської області. Прошу, пане Артем. Ну, скажімо так, ми ізначально розуміли, що це дійсно інструмент дуже ефективний, тому що, в принципі, знаєте, як найбільш слабими звеньями являється відсутствие інформації і відсутствие знань. Поэтому, благодаря платформі, благодаря площадке Team Europe, мы имеем, уже сегодня имеем возможность принести в Николаев, Николаевскую область новые знания. И примером тому целый ряд информационных, образовательных событий, которые мы уже начали вот буквально вчера. И у нас сегодня практически уже до конца года порядка 1,5 десятков мероприятий для различной аудитории, для студентов, для бизнеса, значит, которые... Благодаря которым мы, во-первых, сможем повышать профессиональный уровень николаевцев, а, соответственно, их конкурентоспособность, их возможность быть более эффективными на рынке труда, на любых товарных рынках, на рынках услуг для бизнеса. Поэтому знания и информация. Я думаю, что этого много. Мы готовы это принести в Николаев, мы уже это делаем. И я думаю, что можно очень сильно изменить вообще палитру взаимоотношений с Европейским Союзом. Пане Сергію? Я скажу, знаете, процитирую просто 3 главных направления, по которым работает Team Europe. И перед этим все-таки отмечу, что многие люди говорят, у нас государство мешает, законы не те и так далее. Европа, мы Европе не нужны. Европа пришла через нас, прямо не в Николаев, не в Украину. Помимо этих моментов, пожалуйста, работайте. Поэтому 3 главных направления, о которых работает Европа, это сильная экономика, сильное государственное управление и сильное общество. Вот 3 главных направления, 3 кита, на которых мы работаем. И что еще нужно? Осталось, я лично верю в это,
и приглашаю всех николаевцев, приглашаю людей, которые не с Николаева, обращайтесь к нам. Кроме того, у нас есть страница в Фейсбуке. Мы открыты, есть хэштег, мы не просто для красоты поставили. Все мероприятия уже запланированы наперед. Для любых сфер, для любых возрастов. Дело в том, что часто у нас молодежь нужна, у нас есть отдельная программа для образования взрослых. І це ближайше мероприятие і перспективне. Дякуємо вам. І хотілося б ще сказати, що спасибо огромное и Сергею, и всем коллегам по Team Europe. Ну, ключевой аспект – это все волонтерское, это добровольная деятельность. Каждый из членов команды Team Europe принял для себя решение инвестировать часть своего времени, профессиональных компетенций, знаний в то, чтобы все-таки Николаев стал ближе к Европе, и коммуникации Николаева и Николаевской области с партнерами в Европейском Союзе были постоянными и крепкими. Що ж, дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас, що розказали, що таке Team Europe Миколаїв і взагалі для чого воно необхідне нам. І дійсно воно необхідне. Бажаю вам натхнення, щоб все вдалося. А з нашими гостями я прощаюсь, з нашими телеглядачами я прощаюся. Гарного вечора, на все добре.